Добрый день, друзья! Это простой, но очень важный выпуск, и я снова прошу вас, друзья, рассчитываю на вас, что вы сделаете репост, поставите лайк, напишите длинный комментарий, потому что информация здесь в самом деле крайне-крайне актуальная, крайне важная для каждого из нас, для многих из вас, я уверен, это будет иметь отношение конкретно к вашей работе, вашей занятости в ближайшие месяцы. Дело в том, что наши прогнозы, судя по всему, сбываются. Еще месяц назад я говорил, что до начала мая уже должны быть какие-то подвижки. Вот эти все ограничения, которые тогда вводились почти месяц назад, они должны постепенно сниматься. Это и происходит, друзья. Еще на прошлой неделе, в конце, я получил смс на свой мобильный, что салон оптики, где я заказываю очки, они открылись. Хотя об этом ни в каких СМИ не говорило, что в Москве разрешили работать салоном оптики. Это сделано было втихую, но кое-где уже начинали неделю назад по возможности разрешать каким-то предприятиям, учреждениям, организациям открываться. Сейчас Роспотребнадзор официально на всю страну направил очень важный документ. Давайте его коротенько посмотрим. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей. Благополучие человека направляет рекомендации по организации работы. предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, то есть автосалон, автомастерские, ателье прачечных и химчисток, салонов красоты и прихмахерских, магазинов непродовольственных товаров для руководства в работе. То есть, смотрите, вот эти организации уже проработано, как им постепенно выходить из режима самоизоляции. Особенно интересно магазины непродовольственных товаров, то есть и магазины, где будут товары там, для ремонта, магазины электроники, магазины бытовой техники, ну, огромное количество товаров у нас относится к непродовольственным, одежда та же. То есть, на самом деле, это большой плюс, это наконец-то миллионы людей смогут выйти на работу, потому что это реально те отрасли, где у нас занято очень много народа. Этот выход из самоизоляции собираются осуществлять в 4 этапа. Сначала, первый, первый уровень, это когда у вас работает только на вынос, как сейчас работают многие кафе в той же Москве у нас, только на вынос. То есть ты не можешь прийти посидеть за столиком. На втором этапе можно будет открыться маленьким кафешком, где будет э, сидеть там по 10-15 человек, не больше, определенное расстояние между столами и так далее. На третьем этапе уже большее число заведений сможет открыться. На четвертом этапе уже практически все, нормальная работа, э, как будто бы ничего и не было. Друзья мои. Как реагируют на этот документ представители отрасли? Рестораторы уже назвали рекомендации Роспотребнадзора выстрелом в голову данной отрасли. Они говорят, что вот эти этапы, это фактически Филькина грамота, и они никак не помогут их бизнесу. То есть, с одной стороны, власть начала думать о том, что пора бы людям дать возможность работать. Это, черт побери, правильно. Я был уверен, что примерно это они вынуждены будут делать, несмотря какая бы эпидемия ни была. Если бы сейчас Умирали люди просто тысячами, десятками тысяч, а кушать-то все равно надо. В любом случае, сейчас во всем мире происходит одна и та же ситуация. Люди встают на путь ослабления ограничений. И к этому находится сразу тысяча аргументов. Давайте просто я вам зачитаю основные положения. Самое интересное, вот, друзья, то, о чем вы видели, рассказал Путину академик Чучалин, то же самое происходит сейчас в Америке. То есть просто буквально один в один Нью-Йорк Таймс пишет, один к пяти нью-йоркцы могли уже иметь COVID-19, у них есть антитела. То есть, понимаете, 20% нью-йоркцев имеют антитела именно к COVID-19. Мне многие в комментариях написали, да он вообще не про то говорил, этот Чучалин, ты все не так понял. Ты все не так понял, вот эти 35% антител к коронавирусам, это к другим штаммам, к всяким мерсам, сарсам и другим типам коронавирусов, потому что коронавирусы, они очень разные, разнообразные. Друзья, он, во-первых, сказал нечетко этот момент, он его нечетко артикулировал, но четко было сказано, что гайки мы закручиваем слишком сильно. Или вы глухие, что этого не слышите, или вы не хотите, вы проплаченный крем либота. Я уж не знаю, как это расценивать, друзья. Но тут все четко. Уже американцы выпускают то же самое. Крупнейшая, влиятельнейшая газета The New York Times. Они опубликовали вот эту статью. По результатам исследования из 8,4 миллионов населения города, примерно 1,7 миллиона уже должны были переболеть. То есть, скорее всего, это уже переболели. Что они сделали? Образцы крови были взяты у 3000 человек, это приличная выборка. Выбранные специально в каких-то торговых центрах в 40 районах штата Нью-Йорк. И по штату в среднем 13,9% подтвердило, что у них есть антитела COVID-19. Именно COVID-19. Не каким-то там коронавирусом, именно COVID-19. А в самом городе Нью-Йорк 21,2%. 21,2%. Друзья, как раз 1,5%. Вы понимаете, что это значит? Ну, у нас Чучалин говорит 35%, но это анализы были взяты у работников медучреждений. А мы сейчас видим, что по всей стране именно медучреждения являются рассадником. Это скорее всего даже не потому, что у нас очень плохо работают, и там у врачей нет средств защиты, масок, перчаток и так далее. Но в принципе всегда, когда человек заболел, рано или поздно в более или менее тяжелом состоянии, он попадает в медицинское учреждение, естественно, врачи будут заболевать: медсестры, врачи, санитарки все будут заболевать. Это понятно. У нас 35% именно в медучреждениях, в Нью-Йорке 20% людей кто даже не знал, что они болели этим страшным недугом. Как вы думаете, что сейчас начнет происходить в Америке после этой публикации? Конечно, ее там проверят, перепроверят, или уже через 15 минут, кто знает, Дональд Трамп опубликует очередной твит. Ребята, нас обманула эта Всемирная организация здравоохранения, можем снимать все эти меры ограничения, опять экономика запускается, оживает и так далее. Но америка, американская экономика, она имеет приличные шансы выжить. Потому что там каждый гражданин, понимаете, получил приличную денежную помощь от государства. Приличную. А что у нас? Давайте я вам зачитаю просто идеальный пост от РИА Новости. Наш знаменитый, замечательный РИА Новости, известное информационное агентство. Российские власти пока не готовы прямо раздавать россиянам деньги. В экономике это называется вертолетные деньги. Считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они объясняют это тем, что Мера создает риски разгона инфляции. Инфляция, инфляция, инфляция. Любимое слово Эльвирочки нашей Сахибзадовны Набиулиной. Она столько лет у нас таргетирует инфляцию. У нас же практически инфляции нет, у нас ничего не дорожает. Ни яхты, ни вертолеты, ни виллы, ничего не дорожает. А то, что у вас в магазинах молоко дорожает на 10 рублей и вместо литра там уже 800 миллилитров, это не важно, это, ребят, не инфляция, это вам показалось. И так у нас совсем. У нас инфляция возникает от произвола монополий, которые каждый год приходят в правительство и говорят, слушайте, нам нужно поднять тарифы на электроэнергию, значит, за воду, за все что угодно, на такой-то процент, и вот у нас идет инфляция. Каждый год они первые это делают первые. Это есть истинный источник инфляции, о котором вообще никто не говорит. Дорогая и может увеличить дефицит бюджета. Вы представляете? Оказывается, если раздать людям деньги, то у нас возникает дефицит бюджета. За первый квартал этого года у нас бюджет профицитный. Там не то, что потратили деньги в тютельку, тютелька в тютельку. Они не дораздали денег. Миллиарды рублей. Миллиарды. Профицит бюджета. У них деньги просто лопается бюджет от денег. Понимаете? Денег просто некуда девать. У нас неиспользованные остатки на счетах федерального казначейства исчисляются многими триллионами рублей. Я уже не помню, сколько там сейчас, по-моему. 11 милли... триллионов рублей. 11. Это чуть ли не всю Россию можно заново отстроить. Третье. Эта мера несправедливая. Помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Да это проще простого оформить. Михаил Геннадьевич Делягин уже месяц об этом говорит. Сделайте адресную заявительную помощь. Ты заходишь на сайт, вот как сейчас все пропуска получают: да? заходишь на сайт и пишешь: Я такой-то, такой-то. У меня нет денег, я лишился работы. Без разницы. Работал-то официально, неофициально это не проверяется. Ты пишешь номер своей карточки, и тебе перечисляют эти деньги. Уже потом, если окажется, что ты наврал, это можно делать хоть год, хоть два года, проверять, кто какие доходы имел, и как он получал, их лишился, и какая у него была проблема, ситуация. Если человек обманул, ему будет грозить серьезное наказание, вплоть до уголовки, мошенничества, что угодно. Но сейчас, когда люди не знают, чем кормить детей, пожалуйста, раздайте им, причем не по вот этот минимальный размер оплаты труда, хотя бы двойной размер оплаты труда, потому что у нас МРОД занижен в два раза. Ну, примерно там 20-25, лучше 30 тысяч раздайте каждому человеку, кто не знает, чем кормить семью, потому что он реально потерял работу. А уж потом разбирайтесь, можно это сделать? Конечно, можно. У нас есть оппозиция, настоящие левые лидеры, кто знает, у кого есть идеи и кто имел опыт работы в чиновничьем аппарате. Это и Платошкин, и Хазин, и Делягин. Вы можете с ними не соглашаться, вы можете с ними спорить. Но, друзья мои, за этими людьми будущее. Эти люди, на кого реально можно опереться. Четвертое. Эта мера применяется, когда остальные инструменты не работают. То есть, они предлагают нам сидеть и ждать, пока экономика рухнет вообще в лёжку. У нас тут будет социальный взрыв, бунт, что угодно. И вот тогда, может быть, когда уже будет поздно, может быть, они попробуют раздать деньги. Это не идиоты. При этом эксперты советуют ориентироваться на адресную поддержку россиян, пострадавших от коронавируса. Мне прислали просто шикарную цифру. Представьте себе, город Москва. Примерно 15 миллионов человек здесь живет. Точно никто не знает, потому что здесь много мигрантов и маятниковая миграция из Московской области. Короче, примерно 15 миллионов человек. Знаете, сколько человек оказались у нас безработными в связи с коронавирусом? Безработные люди. 18 тысяч человек на всю Москву смогли оформить себе пособие по безработице. 18 тысяч человек это в Москве, ребят, в Москве. Если вы думаете, что только в вашем регионе никакой помощи нахрен нет, вообще ничего, просто государство вас кинуло, так это не только у вас. Если вы думаете, что москвичи тут -то только жируют, так вот, друзья, я вас должен разочаровать. Приезжайте в Москву, пожалуйста, попробуйте здесь свои силы, попробуйте устроиться, чтобы вас не кидали. Мой родственник устроился на работу официально, да. В государственное учреждение, государственное, в сфере ЖКХ. Человек работал, вот, ремонты там делал и так далее. Две трети зарплаты оставлял себе начальник. Две трети. И жаловаться попытки пожаловаться, ни к чему хорошему не привели. Меня он привлекать не стал, дождался, пока все-таки просто взял и уволился. Другой мой родственник, который работает в тени. Там зарплата такая низкая, что налоги платить там просто не с чего. Очень маленькая зарплатка. Вот сейчас она не может стать безработной, понимаете, а у нее нет на это прав. И это в Москве, в регионах еще хуже. И последний пункт рекомендации снижение ключевой ставки центробанка, что будет стимулировать кредитование и как следствие спрос. То есть когда вы просто раздаете людям деньги, это может вызвать инфляцию. О боже, инфляция. А когда вы позволяете банкам раздать деньги, чтобы потом они собрали свой процент, вот на это следует ориентироваться. Спасибо, Риа Новости. Мы все поняли. Эксперты, огонь. Так, друзья, ну если серьезно, смотрите, сейчас реально в стране начнут снимать меры самоизоляции. Делать это будут постепенно, каждый регион по-своему. При этом очень интересная ситуация. В регионы спущена такая информация, что если вы хотите получить помощь от федерального центра финансовую, вы должны показать высокую статистику по коронавирусу. Чем больше у вас было эпидемии этой страшной, заболевших, тем значит больше вам нужно помощи вы, 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 выделить знаете что начало происходить естественно друзья естественно мне уже приходит сообщение о том что нам нашу пог... умершую бабушку которая умерла там у нее цирроз был предлагают написать что это был коронавирус что у нее была пневмония просят нашего согласия потому что им будет за это галочка и выделят дополнительное финансирование вот как хорошо поэтому в вашем регионе если не начнут сейчас снимать меры самоизоляции Друзья, пожалуйста, сразу направляйте жалобы в прокуратуру, в Следственный комитет, в ФСБ и во все остальные инстанции, особенно в силовые. Почему? Потому что это ложь, звездеж и подтасовка. Губернатор будет заставлять медиков делать вид, что у них огромная коронавирусная эпидемия, и вам запрещать работать. Только ради того, чтобы получить дотации из федерального бюджета. Ребят, если вы сидите без работы, еще не, если следующая неделя вам не скажут, что, ребят, мы скоро возвращаемся, приступаем, значит, знаете, кого винить. Это конкретно региональные власти сейчас будут этого добиваться, чтобы завысить статистику по коронавирусу, сделать вид, что у них эпидемия, потом получат деньги с федерального бюджета, и, как, конечно, какую-то часть, какой-то кусок они себе отпилят. В это же время, как только коронавирус у нас закончится, власть скажет, слушайте, мы сделали великое дело, мы спасли вас от коронавируса, нам сейчас всем тяжело. Но теперь экономика запущена, друзья. Работайте. Все по-прежнему. Уже тяжелый период миновал. Пособия, всякие там выплаты, помощь от государства. Забудьте. Забудьте. Теперь у вас есть возможность заработать самим. Идите и работайте. Тогда как в реальности, то заведение, где вы работали раньше, оно может быть уже закрылось и не откроется. А всем на это плевать вы не получите, не сможете получить там пособие по безработице и так далее и тому подобное. То есть, как только коронавирус кончается, государство снимает с себя остатки социальных обязательств. Даже хотя бы то, что декларируется, хотя бы то, что озвучивается. Хотя бы можно попытаться какую-то хоть копеечку получить. Нет. Сейчас коронавирус кончится. И гуляй, Вася, делай, что хочешь. И вот этот момент будет самый тяжелый. В этот момент, друзья, скорее всего, по стране пройдут массовые митинги на которой мы все должны выйти и озвучить свою позицию, озвучить то, чего мы реально хотим. Мы хотим здесь и сейчас левого поворота. Если эта власть не готова его обеспечить, мы с радостью готовы рассмотреть другие варианты. Что вы обо всем этом думаете, как всегда, пишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Именно ваша активность помогает распространить правду и прорвать эту долбанную пропагандистскую информационную блокаду. На этом все, до новых встреч, пока.